Шерлок, я не сомневаюсь в твоих способностях и думаю, что эта игра не будет ничем отличаться от предыдущих. Обязательно будет что-то где-то из-за угла. Ты, батя, нормальная эта игра? Да про школу, как ты любишь. Сейчас посмотрим, это не про школу, стопудов. Про школьников. Ага, про школьников. Это про вообще малого какого-то пацана мелкого, которого типа я няня должна посмотреть. И сейчас тут со мной начнется трешачок всякий. Ребята, вы играли? Красиво. С малышами, с такими, ага. Типа, а там вот внизу, видишь, что написано? За маленьким принцем не присмотрите? Ага, маленький принц или маленький демон. Спасибо, извините, что в последнюю минуту. Ага, take care, thanks. Давай, бать. Да, сейчас мы войдем. Да что там за малышкой смотреть? Where is the baby? Видишь сверху, слева, подсказочки? Да, где бать. Где тут baby? О, видишь, baby, тут уже трэш какой-то творится. Эх, хулиган. Чужие. Ой, что тут за бэйби-то такой? А что у него с глазами? Нормально, малый дверь закрыл. Понятно. Давай, follow the white rabbit. Давай, за кроликом тусим. Посмотрим, по крайней мере, что ты тут делаешь? Да уже ненормально, Шерлок, кроль бегает, блин, игрушка. Вон, символы какие-то в лифту. Ой-ой, осечки, ой. Малой, а что ты тут притих? Давай нажмем куда-нибудь. Давай поедем. Что ты смотришь на меня, что я могу сделать? Я тут это, падаем, да? Ой, так. Старт. Ага, едем, сейчас приедем. Ну что, давайте, ребят. Как упадем, сто пудов сейчас на лифту будем падать. Да ну, что ты там уже будем падать? Да мы уже падаем. Блин! Нет, какая-то игра тоже такая стрёмная, бать. Ты ж такие игры выбираешь. Ну что, жесткое приземление, не? Приземление. Кажись, выжили. Ага, лифт еле-еле. Так, дверь открыли. Ты что, выпускай этого зверюгу. Что ты смотришь на меня? Побежал, елки-палки. Follow the white rabbit, ага. А я что делаю? Я исследую за ним. Я так понимаю, это наш лучик света тут будет, да, в этой игре? Хе-хе, лучик света. Угу. Шерлок, я твой лучик света. Опа, и что это за замок с полумесяцем? А как он уже здесь оказался? О, у малого ключ был, видела, с полумесяцем в руках? Надо как-то у малого ключ, catch the baby, словить. Чё себе baby? Он пропадает. Чик, понятно. Надо его как-то заманить. Ладно, что тут? Где-то что-то должно быть. О! Так, это что, музыка какая-то? Ну да, походу надо собрать что-то. Сыграть ему какую-нибудь сейчас мелодию. Колыбельку, наверное. И малого расколбасит чашкой. В лоб тебе, малый, кидает. Не, бери лучше музыку. Ну что, не кидает ему в лоб, ладно, упало. Ну как есть. Ну что, давай будем играть? Или еще чик, нужно? Ну что, все собрали? Вроде все. The King. О, блядь, он тут опять. Лилаби. О. Это не сильно похоже на колыбельную, но нормально. Ключ отдай, малой. Расколбасила. А где ключ наш? Explore the secret passage. Ага, изучаем. И что тут у нас? Нифига себе, какие-то секретные комнаты. Такие какие-то стрёмные. В апартаментах молоток. Ага, понятно. Заколочено все. Дын-дын-дын-дын-да. Все надо выбить или да просто хватит? Да я думаю, хватит? Чтобы прорезали. Ну, видишь, там дальше символы какие-то опять на стене. Что это означает, батя? Молоток у меня упал. Чик-чик-чик. А что это, батя, означает? Вот-вот все. Ну, неужели не можешь переступить через эту одну? Ладно, что, молотком тут можно кого-то загасить? А, послушать пластинку надо. Давай, пластинку сюда. Тут не слушается, да? Ну, да. Значит, надо... где-то в комнате у нас проигрыватель будет. Сейчас найдем. Pikmin's Record. Что за Pikmin's Record? Давай, посмотрим. Ой, вот граммофончик. Чик. Послушали. Take key and lock door. А, ключ забрал у малого. Чё ты орёшь? Чё? Ты забрал же ключ, что я орёшь? А ты сиди музыку слушай. У тебя глаза неестественные, малой. Дверь это там, где наш кролик, да? О, вот, бать, вот. С полумесяцем. Чик. И то, чё тут? Другие квартиры, походу, бать. 22 этаж у нас, ничего себе. Высоко мы забрались. Так, лифт не вызывается. Powers out. Ага. Чё, по ступенькам? Электроэнергии нету, походу, чтобы лифт вызвать. Вон, малой. Опять сидит. Он здесь! И чё там с малым? Да не знаю, бать, сидит. За кролика схватил. Это нормальный малой, нет? Не... О, походу, да. А не нормальные глаза. Глаза ненормальные. А, блин, так-то! Вот. Что это было-то такое? Что ты обсрался? Ой, извините, я обгадился, я батя! А, у меня аж мурашки пошли, это вон электрическая наша, это. Щиток! Электрощитовая. Ой, а тут так и ничего, прикольненько. Синий элемент, тут что у нас? Вставляй! О, тут синий, отлично.
А там розовый, да? Да! Где? Нет, о, монетка. О, вон, смотри, в аппарате розовая, С2. С2. Нормально! Чик, давай сюда иди. Я еще такого не видел, чтобы не продукты продавали, вкусняшки всякие. А там пароль был, помнил? 4, 3. Да, да, что-то было. 8, по-моему, да? О, все. Нормально. Ты бы парень, ты что такая? Investigate diffuse boxes. Ага. Так, ладно, давай. Чик. Тут розовый. Нормально. Малый, отвали от электричества. Блин, ты бьет его еще, батя. Вырвал синий, оп, и пропал. Это, а вот это нормальный малой, глаза нормальные. Иди туда, в шахту. Ну ты, бать, хороший, конечно, нянь. Конечно. Этот малый мне тут уже, я тут чуть в туалет несколько раз не сходил. Ну чё? Давай, опа! Давай, лифт. Поехал. Под напругой. Это чё это такое? Это чё такое? Я не понял, подожди, don't leave, не уходи. Походу нас сейчас не выпустят. О, ты глянь, какие глаза. Ага, да. Давай пробовать. Лифт идет. Это что-то мне мало этот не нравится. Мне батя что-то тоже. Это что такое за нафиг? Пошли отсюда. Давай быстрее, дёру, да, давай. Ключ. Давай, сюда. Везде растут эти деревья, батя. Не выжить, ага, сейчас. Ё-моё, так, что, ромашка, крестик. Ромашка, так, тут нету нифига. О, тут, так, ромашка. Щи, давай еще крест сделаем. Это батя клевер, позорник ты. Какой клевер, это крест. А, иди, на тебе дверью в таблоид. Успели, батя, успели. Чик, так, что тут у нас? Ага, везде эти какие-то демонские. Survive, ты видишь, даже вверху написано выжить. То есть нас сейчас загасят. Ага, чик, лифт, успели нажать. Угу. Малый, вали, малый, все, мы свалили. Не все, походу, еще, не свалили. Don't leave me alone, stay here, stay forever. Ага, давай, forever. Батя. Спасибо, forever я не хочу оставаться. Так, ну опять зайчик наш, добрый гость. Waiting for something, что-то ждет. Опять малый. Ушки. Глаза у него нормальные были? Я не обратил внимания. Да вроде нормальные, бать. Да? Так, что тут у нас? Get bottle from fridge, ага. Значит, тогда бутылку с холодильника, да? Да ладно, мне кажется, это замануха какая-то. Put baby to sleep, take baby to bed. Ага. Короче, малыша, опять глаза стрёмные! В кровать его, да? Давай мы тебя сожгём, нафиг. Не надо, ну бать! Может, эту нечисть выпалим, а? Сработает или нет, а? Голова-то... Кукинг. Пау! Чё? Нифига не помогло, бать! Ладно. Ключ расфигачил, да? Посмотри, что демон-то такой, такой, да. Бет сюда, нет, вот другой ключ. Открываем. Что это? Сюда, в эту бет, нет? Да. Так ты сам в беде оказался, что, иди сюда, где сердечко? Что-то как-то, бать, стрёмная игра, правда? Вот ты такие выбираешь вечно, я такие не люблю игры. Нет, я вроде ничего. Нет, над училкой какой-нибудь поприкалываться. Там еще, кстати, ребята, хотите, чтобы училку сняли? Мы... Давайте, пишите в комментах, давно ее не было. Может, снимем, если много ага. захочет. Так, а сейчас вот уже пропали, да, эти все демонская смотреть. Фигня, а тут, наверное, опять don't leave. Ага. Опять не покидай нас? Не покидай нас, сейчас опять начнется, что-то начнется, а что, не знаю. А что-то горит такой, батя, а зелененький? А, выход обычно зелененьким горит, а что он погас? Погас, ну. А что-то он погас. Так, open the door. Еще одна это door. Выход. Малой. Малый опять здесь. Малый, глаза нормальные, нет? Не, не нормальные. Непонятно, нормальные, наверное, нет? Не вроде нормальный, орет. Это нормальный или нет? Он стрёмный, бать, по правде говоря. Я не хочу, малый, за тобой смотреть. Я уже хочу свалить отсюда, честно. Here's a tired boy. Усталый мальчик, да? А я не усталый, да? Овечка. Клади его. Мне кажется, если да его бросай положишь, его где-то, батя! Если его положишь, что-то другое будет. А что ты телек поставил? You're feeling sleepy. Ну да, правильно, столько телеков. Видел, что написано? Видел, что написано было? Feeling sleepy. Ага, ты видел, Маша появляется его? Издеваешься, да? Ты написали, что я feeling sleepy. Я уже и feeling sleepy, еще игралка такая. О, видишь, он сам сидит в телевизоре. Телевизоре и в кровати. Ну что, here is a very tired boy. О, смотри, какой он. Это уже злой какой-то. Злой какой-то, да, батя. Сейчас что-то будет, у меня чуйка. Заяц появился, короче, надо сваливать за зайцем. Да-да-да, за зайцем побежали, бать. Это что происходит вообще? Типа мы бежим и засыпаем на ходу? Я не понимаю, как-то дорога наша меняется, а? Я тоже не понимаю вообще, куда я бегу и как я бегу за зайцем. Это вот выход, да? Да, вроде бы. Выход.
Не, мы до выхода не добежали, короче. Падаем! Куда мы улетели? В таблоидом, в пол. Жесть. Перед входом в эти апартаменты, блин. Батя, опять 25, как отсюда выбраться? Если хорошо начинать сначала, походу надо валить куда-то. А куда, я не знаю. Опять закрывается. Так, что за глаза появляются такие тут, а? За нами наблюдают. Это что такое? Это что такое стрёмное? Чик. Зайчик превращается? Ни во что он не превращается. Глаза зайца там опускают куда-то. А у этого какого-то принца или кто это такой? Глазища эти коричневые какие-то, зайцу свои тянет, и заяц там аж офигело-то. Глаза у него, он формой поменялся. Чё-то, батя, как-то игра не очень. Нормальная игра, только я вот уже хочу отсюда просто выйти куда-нибудь. Почему выход от меня уходит? Опять эти глаза следящие за мной. Мне кажется, ты по кругу ходишь. Подожди, вон малой появился, смотри. Ага, а на карусельке? Малый, тебя не ушатало, меня уже ушатало. Нет, смотришь уже на себя, как ты там. Он не похож на Very Tired Boy, а? А что такое-то было? Малый, ты нормальный или нет? Он стрёмный, батя, сейчас честно говорю, стрёмный. Это что за око там над нами? Саарона или как оно там было? Вали, малый. Надо Please, don't leave, понятно. Бать, давай, наверное, всё-таки свалим там отсюда. Там вот, вон внизу дорога, да? Да, вроде что-то такое. Ага, рано. Сдохли. О, надо было подождать, пока дорога поднимется, понял? Ага. Все, валим за зайцем. Зайц, выводи нас отсюда уже, все. У меня просто этот малый уже, все, я не бэби-ситер больше, я детей больше смотреть не буду. Так, это что такое опять? Это что, это вот сюда мне надо тоже, да? Ну давай попробуем. Ага, strange symbol, понятно. Так, вот он, символ наш. Так, ну что, нам пошли на выход? Я боюсь, что сейчас где-то малый, опять? Вот он малый. А что быть он такой? Или страшный? Это тот, кто так, все, let me hug you, ага, спасибо. Давай, бегом, спасибо. Беги! Спасибо, мы валим, не туда валим! Блин, это вам мигрени, тут не загасишь обрезом. Или транквилизатором, тут надо бежать, вот наш символ спасительный. Чик-чик-чик-чик-чик. Так, о! Запомнил символ? Ага! Блин, как-то такое и много там было информации на символе. А на тебе, дверь закрыл. Подожди, а что происходит? Символы меняются. Ну, а походу еще надо увидеть. Вон там наш. Вон там наш, вот он. Да, все. Валим. На гелике. Заяц, ох, заяц появился, заяц с тобой хоть. Так, давай, заяц, с тобой не так страшно. Что тут у нас, Чик. Ага. Шуха зачесалась от страха. Ну что, пойдем по вентиляции? Куда? В бездну? Походу, да. О, боже. Опять назад 25. Подожди, а что ковер такой большой стал? Что малый такой большой стал, я не понял. Escape, выжить? Походу, мы это, бать, с такими маленькими стали. Офигеть, так он догоняет нас, это. А, мы размером зайца стали. Какие глазущие. Круто. Игрушки большущие стали. Падают, заяц, веди нас, заяц. Ё-моё, что за бэйби? А чё мы мелкие такие стали? Ха-ха-ха, малый, ты чё, голодный или чё? Паровозики тут. Так, вы сюда. Беги, батя, ну давай! Ой! О, малый, остановись, бутылочку посмочи, всё, чё тебе там надо, заяц, всё. Вот, выход, выход! Ох, батя. Всё. О, неужели мы прошли? Всё, иди со своими играми. Run, little rabbit, you are not only one. Назад в будку, всё, ребята, мне хватит его игр. Фу, вы были на канале Брошу Пэт. Лайк, подписка. В следующий раз сам будет играть. Всем пока. Пока, батя!